Примерно час назад Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов телеканал «Дождь». Нас любят, смотрят и присылают нам сообщения, звонят. Я с одной стороны понимала, что это рано или поздно случится, так как круг сужался, да, и мы понимали, что, конечно, мы где-то следующие. Но при этом, конечно, как любой нормальный человек, всегда верит в лучшее, в хорошее, и, конечно, я внутри себя не допускала этого развития сценария. Во-первых, потому что мы не иностранный агент. Потому что мы СМИ, которые 11 лет существуют в России. СМИ, которые знают все в этой стране. Включая те, кто принимает это решение. За последний год карательная машина усилилась, да, и просто одного за другим признают либо иностранного агента, либо нежелательный организатор, либо экстремизм. Ну, то есть находят разные всякие способы, то есть они нашли вот этот такой крючок, инструмент, как легко справляться там со СМИ. Конкретных журналистов. Вместе со мной в прямом эфире главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Зитко. Тише, привет. Нас хотят, ну, как бы, сделать так, чтобы нас не было, но мы постараемся продолжить работать и говорить о том, что можно быть в России свободным медиа, можно не подчиниться, не предать своим принципам, можно не идти на компромиссы.